Нас очень много критиковали в последнее время. И зачастую критика была справедливая. ЦСКА, наоборот, хвалили очень. Поэтому мы немножко в таком разном подошли настроении. Я очень благодарен ребятам за вот ту самоотдачу, которая была, и игру, которую они показали. Несмотря на то, что такие ошибки совершить судья, незасчитанный гол, необъективное удаление. Я уже сбился, еще какие-то мои. Да, вот здесь... Не удаление Облякова перед нашим, хотя боковой ему по рации рядом со мной передал, что он его завалил руками и заслуживает желтой карточки. Мы из этой ситуации выбрались, Локомотив не сдается, продолжает дальше двигаться вперед. Вот на этой основе, я думаю, что мы движение продолжим. А сегодня вы можете ее объяснить? Я не могу ее объяснить. ИДР, во-первых, даже не дотронулся до игрока ЦСКА. Вы посмотрите видео просмотр. Мы сейчас будем все, что хочешь, рассказывать. Но почему мы не сделаем, как во всей Европе, в хороших чемпионатах? Судья отошел на минуту, и не было бы разговоров сейчас о судействе, а было больше о футболе. Вот и все. Отошел 2 минуты, посмотрел, даже не 2 минуты, 30 секунд. Было, не было. Ну, во-первых, у нас большие проблемы и сейчас были. У нас не было, особенно в последнее время, ни Рыбуса, ни Фарфана, ни... Смолова, опять же. Смолова. Это 3 самых ведущих игроков. Как ее решать, проблему? Не знаю, может, обратимся в судейскую, вернее, в комитет по этике, может, они отменят у нас эту желтую карточку вторую. Вы думаете, нет? Но объективность должна же какая-то быть. Тогда у нас будет ИДР на месте. А нет, значит, Черлука будет нападающим играть. Он же сегодня пяткой там. Или Хевидес. Хевидес, да. Ну, а что мы отдельно? Это команда выиграла. Выиграл же не один игрок. Все очень довольны. Там нужно Черлуку поздравить. Черлука пяткой какой удар сделал. Все защитники пошли. А можно поздравить то, что в десятером пошли в атаку. Значит, есть уверенность, есть характер. И на мой взгляд, была очень-очень хорошая игра. Одна из лучших. Потому что какими-то кусками мы играли. Вроде неплохой тайм был в Турции после гола забитого. Но потом провалились. Не хороший тайм был с Шальки. Один тайм, второй. Его не было. Здесь было 2 тайма хороших.